Відкрита трибуна. Чи подобається вам, як працює швидка допомога у нашому місті? Приїжджає дуже швидко. Якщо треба зробити укольчик, що приїжджає, роблять безплатно. Мне нравится, как она работает, потому что у меня был случай, так как у меня проблемы со здоровьем, и когда мы вызывали скорую помощь, то приятно был удивлен, что скорая приехала в течение 5 минут. Сразу оказали помощь, сделали все возможное, даже была возможность госпитализации, но я отказался, сослался на то, что в домашних условиях лучше будет, и очень доволен, что более качественно квалифицированную помощь оказали мне. Да, да. Мне нравится, они довольно быстро приезжают на вызов. Знаете, я последний раз год назад пользовался этими услугами. Вот, то в принципе доехали быстро, оказали нужную помощь на тот момент. И ну, никаких вопросов, задержек с этим не было. Вы знаете, я хочу сказать, вот после реформы мне не приходилось еще вызывать скорую помощь. Вот. Но судя по отзывам, вот, допустим, наших соседей, когда мы разговаривали, то как бы улучшения никакого. Все как и было, так и осталось на том же месте. Ничего нового при приезде скорой помощи не происходит. Никакой реформы как бы не видно. Відкрита трибуна.